Да была в России, жил. Да. Откуда же ты? Да. Где живешь? Где живешь? Я в Бензине. Нет, а там? Там не живу. А, едешь просто. Молодец, правильно. Когда родился, там пригодился, да? Ну вот, проехали мы таможню. И вот очередь такая в сторону России, а мы едем в сторону Турции. Очень было волнительно, потому что они говорят, что часто возвращают, не пропускают. Но пронесло. Говорю, блин, начинает меня тут вот это умолять за какие-то 200-300 рублей начинает. Да, 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 есть такие. Говорю, нет, это, ну, мужчинам-то это вообще не подходит. Женщина на рынке, если будет ныть, ей простительно. Мужчина за какой-то 100, 200, 300 рублей, 500 рублей. Что, сейчас что такое 500 рублей? Сейчас вообще не деньги. А русские приезжают, они мужчины спрашивают у жен. А, ну это... Вот это мне больше всего. Смотри, нам нечего у них взять для себя, чтобы нам дополнительно, чтобы у нас было. Потому что то, что у них есть хорошее, это все у нас есть, то, что у них есть хорошее. А вот то, что у них есть плохое, нам это не надо. Мы это не будем у них принимать. Да. Это я вот вижу, сравниваю. Очень длинный туннель. Раньше, по-моему, не было такой длины, когда я ездил в свое время. Дорога здесь хорошая относительно. По сравнению с теми на российской стороне, там вообще разбитая дорога. Я не знаю, там снимали ли. Тут дорога хорошая, поэтому тихо. Горы везде. Горы? Здесь везде горы. О, смотри, налево. Ага. Слева горы, справа горы, здесь везде горы. Сейчас мы уже на спуск идем или еще вверх поднимаемся? Мы, наверное, наверх еще поднимаемся, тоже подъем. Колеса как-то что-то, не знаю, мучились они. Тогда был перекрыт проход, проезд. Потом мы уехали, они остались. Сейчас пойду спрошу, сколько стоит страховка. Это уже на грузинской стороне. Страховка. Написано здесь.
Никого нету. Добрый вечер. Здравствуйте. По-русски же говоришь? Конечно. Хорошо. Бывшие советские, да? Типа того. Да, ладно. 91-й год. Не буду дальше говорить, что хорошо, что плохо. Это страховка у меня интересна. У вас легковую машину страховать, страховка сколько будет стоить? На минимальный срок какой? Мне вот проехать надо в Турцию. Минимальный срок у нас вот 2 недели. Две недели. Это 15 дней. Ага. И стоит в рублях вот 1500, а в лари 40. А, 1500 рублей стоит? А в лари 40. 40 лари? Да. Ну, курс там, по-моему. На 10 лари было больше у нас. Дороже? Как? Ну да, вот дороже у нас на 10 лари. Да. Если я рубли даю, будет стоить 1000? Да, 1500. 500 рублей? Да, на 15 дней. Да, я понял. И вот можете вот спокойно ездить. Ну, 15 дней могу ездить, да. Имеется в виду. Не, я-то транзитом проезжаю, я в Турции, ну, разницы нету. Это меньше у нас вот нет. Я знаю, программа так только да, дает. Да, 15-30, 90-й год. Ага. У нас вот 4. 15-30, 90. Да. И год. А 90 сколько будет? А 90 будет стоить 4500 у нас стоит. В рублях? Да. А в ларах 100. 100 лар. А, курс 40, 4, курс у нас 45 рублей. 1000 рублей, 24 вот лари у нас. 1000, за 1000 рублей 24 да. Лары. А вы... Доллары принимаете? Долларами делаете? Долларами, да. Делаете, да? Ну, 100 долларов, за сколько вы берете? Да, 100 долларов у нас 245 лари у нас. А в рублях это сколько будет? А в рублях 100 долларов? Да. Ну, вот так у нас, вот мы это в лари вот переводим. Ну да, а лари... Это 245 лари получается, 100 долларов. А курс лари не знаем, да, сейчас в данный момент? Не знаем? Нет, не знаю. Ага. Ну ладно, сам определю я. Ну, получается, сейчас на обратном пути, если я поеду. Я-то сделал. Там, на той стороне, там 2200 стоит страховка. Это много. В рублях. Ну, на 700 рублей. Ну, я вот иногда, если вот это разозлюсь на человека, могу за два вот сделать. За два сделать? А? За два можно делать, да? Если человек разозлит. Да. Я говорю, блин, начинает меня тут вот это умолять за какие-то 200-300 рублей начинает. Да, есть такие. Говорю, нет. Ну, мужчинам-то это вообще не подходит. Женщина на рынке, если будет ныть, ей простительно. Мужчина за какой-то 100, 200, 300 рублей, 500 рублей. Что такое 500 рублей сейчас вообще не ездит? А русские приезжают, они мужчины спрашивают у жен. А, ну это... Вот это мне больше всего. Смотри, я живу в город Киров, есть такой, в России. Это от Дагестана 2200 километров там. Я там уже живу, ну так получилось, судьба меня туда бросила. Всякое бывает. Жизнь. Да, жизнь. И ко мне брат приехал, мой младший брат, машину покупать. 150 тысяч рублей, они договорились. По объявлению позвонил, договорились. 150 тысяч рублей. Все, уже надо купить, продать. Этот парень говорит, сейчас я у жены спрошу. Вот это вот у меня, блин, начинает вот бесить. А ты мужчина или кто, блин? Он позвонил жене. Жена говорит, вот так, там что-то надо там. Колеса надо было. Мы у него просили колеса, да, еще? Нам еще надо же ехать 2200 километров назад надо ехать. Там плохие колеса были сзади, два колеса. И давай, говорим, колеса тоже давай нам. Он согласен был сначала, а потом уже он жену спросил, жена сказала нет. Он так и не продал, мы так и не купили эту машину. Да, пошли в другом месте, другую машину купили. Да, у них, если у жены не спрашивают, это уже кирдык. Я их извиняюсь, но я их вот за мужчин не считаю, таких мужчин. Но, жену вообще не надо спрашивать. Но они нас тоже могут не считать за мужчин, потому что мы у жены не спрашиваем. Понимаешь, что, да, у них какая может быть? Но у нас вот кавказские правила. Да, конечно. У нас вот кавказские обычаи. Смотри, если бы я жил бы только на Кавказе, и видел бы вот это все, знал бы по телевизору, по газетам, по интернету, у меня одно было бы понимание. А так как я живу, 36-37 лет мне было, когда я туда поехал, впервые. Если я там не жил бы, я бы не смог сравнить. А сейчас я могу сравнить Кавказ, могу сравнить их, русских народ. Что у нас хорошо, что у них хорошо. Но нам нечего у них взять для себя, чтобы нам дополнительно, чтобы у нас было. Потому что то, что у них есть, хорошее. Это все у нас есть, то, что у них есть хорошее. А вот то, что у них есть плохое, нам это не надо. Мы это не будем у них принимать. Да. Это я вот вижу, сравниваю. Я в Грузии был
86, 7, 8 годах. Ты 91 года, да? Да. Сказал, вот здесь тебя еще не было. Когда я в Грузию ездил, ездили на пятерка, шестерка, машины были. Угу. На них ездили, мы брали. Они раньше хорошие были. Да, машины. Да. И мы покупали покрышки. Я сам мастер, рихтовщик, угу. Покраска. Шпаклевку брали здесь, колеса брали здесь. То, что там не было. Угу. Вот такое место было, это хорошее место было. Но испортили, это все испортили. Народная страна была, Советский Союз. Но то, что испортили, сломали, это хорошо, потому что вы отдельно уже живете. Там другие страны, тоже Прибалтика, Узбекистан, все эти все 15 стран отделились. У каждой страны есть свой флаг, свой гимн, свой герб. Каждый хозяин своей страны. Ну, что делать, политика? У них политика такая, да. Но хорошо, у меня грузины тоже там есть. В Кирове есть, и грузины ребята есть, и абхазы там есть, ребята. У нас школа лезгинки была, у нас занимаются, они приходят. Да, мы вот простой народ, да, мы ни с кем не этимся, мы все вот дружим друг другом. Ну, дружит хорошо, нам зачем ругаться? Да, правильно, да, дружит нам хорошо. Не надо. Ругаться не надо, ругань плохо. Хорошо, брат, я все понял. Наоборот, надо жить. Надо. Главное, чтобы жить. Конечно, зачем воевать, зачем тепло ругаться? Тепло дарить. Есть возможность, помоги человеку. Нету возможности, улыбнись ему. Улыбка дешево стоит, но дорого весит. Дорого весит, да? Да. Там, так и есть, да? Да, так и есть. Это главное в жизни. Спасибо, брат. Любовь, улыбка, да. И тепло. Будь здоров, живи богато. Спасибо, и мы так же. Спасибо, брат. Давай, поехали. Спасибо, давай. Ну, я, говорит, иногда и 2000, говорит, говорю. Я говорю, кому? Ну, говорит, которые здесь торгуются, которые за 100 рублей, за 200 рублей, говорит, торгуются эти русские. Им, говорит, говорю. Они потом, говорит, у жены спрашивают, жена разрешит, говорит, то делай, бесит. Я сказал. Меня, говорит, бесит, когда у жены спрашивают. Как, говорит, так можно? Мы только что проехали населенный пункт Губаури. Высоко в горах этот населенный пункт находится. Сколько долго поднимались, столько же долго, наверное, и будем спускаться. Вот здесь спуск какой. Некоторые люди вон как торопятся, спешат. Нам некуда торопиться. Мы поедем потихонечку. Все непривычно, все необычно. Это уже другой населенный пункт. Гумлицис. Не понял, короче. Не понял.
автобан на Батуми. Четверти бака, то есть это будет 60 литров, и нам его должно хватить. Флагу смотрел, оставили. В Грузии очень много флагов, они очень любят свои флаги, здесь их немного.
приехали. Маленько на кольце запутались. Возвращаемся. Там идет кольцо, и кольцо, и на конце гаишники стоят. Кольце. Все, а ну-ка, ты принеси. Где написано здесь? Напротив сюда, вот, напротив надо. Вот так вот. Все, выехали. Это интересно здесь. У нас не на что покупать. У нас нет лари. У них лари. У нас даже нет. Зато мне интересно, что встанем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы наш язык знаете? Знаю русский язык. Русский язык знаю. Но наш не знаете. Наш не знаете вы. Вот это что такое? Вот это? Это лепешка сладкий с изюмом. Вот грузинский. Что грузинский традиционный. Грузинский, грузинская традиционная лепешка сладкая? С изюмом. Как булочка. А, как булочка. Mm. Сколько стоит? 3 лари. 3 лари это сколько рублей? 120 рублей? Да. Ага. А этот? А за рубли тоже вы продаете, да? Продаю. А вам рубли зачем? Потом... Поменять? Да. Можно я вас сниму, да? Видео. Вот такая женщина здесь приятная продает грузинские лари, эти лари, лепешки. Как называется? Назуки, по-грузинскому назуки называется. Назути? Да. Хорошо, хорошо. Ну, как-нибудь купим мы их, но не сейчас. На обратном пути мы в Стамбул едем. Стамбул. Хорошо тут, сейчас не будем мы это все снимать, поедем дальше. Спасибо вам. Счастливо. Серьезная работа здесь. Вот. Заходим опять. Заходим в скалу.
каких-то скал. А вот уже сделанный участок. Чтобы и проезжать, они вот делают похожую прямую дорогу тоже. Это автобан, который был там, вот продолжение этого автобана, наверное, это их страна, и они ее строят. Это нисколько, ни у кого ничего не захвачено, ни у кого ничего не отобрано. Это страна грузин. Смотрите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не против, если поснимаю ваши красивые вещи? И у вас красивые вещи. Это что такое вот, вот эти большие баки? Это что такое? А, это сельможная капуста, соленье. А, это для соления, да? Да, да, да. Для соления. А вот там в дороге я видел большие такие... А, хэври, грузийские. Хэври, вино можно там. А, это для... А, ясно, он большой, да? Да, да, да. Не такой был. А, и... второй тандыр. А, тандыры еще есть, да? Да? Да. А вот такой? Вот такой большой, это для вина. Вина, да. Мы пьянка хорошие. Это чтобы пить вино. Ага. А это чтобы... Перцы. Курица можно, духовку, чмерули. Рыба можно, масло тебе из махачапури. Ага. Шашлыки. А это... Араба. Лезгинку танцевать, да? Лезгинку. Танец, танец. Маленький, что, да. Ага, понял. Хорошо, понял я вас. Спасибо. Теперь дальше поедем. До Батуми осталось 182 километра. Вот такой вот рынок. Сервис есть. Есть где покушать. Пробка продвигается медленно. Остатки советского автопрома. Вот. Шестерки. Нет, нет, они тут еще есть. Но Мерседесов много очень. Везде Мерседесы, как будто в Германии, наверное. Может, в Германии их столько нет. Дизель 3 лари, 3,12 лари. Батуми 178 километров. Там железная дорога. Время 25 минут 11.
Мы недалеко от Батуми. Километров 160 остается. А там от Батуми до Турции уже рукой подать. Вот опять мы выехали на автобан. Это у них автобан строят из бетона. Они ее делают, похоже, чтобы не ремонтировать каждый раз. Бетон более долговечный, чем асфальт. Вот там был участок сделанный, тоже автобан, когда мы свернули на Батуми. Какой-то участок там делают. Это все мы видели, это все засняли. Но пока эта дорога ведет через населенные пункты. А вот этот второй участок, видимо, этого автобана. И теперь они будут соединять вот этот участок с тем участком. А вот между ними сколько километров, я вам отдельно скажу или здесь вот внизу напишу. Бардумани, населенный пункт, видимо. Вот я вам и покажу и расскажу. Вся дорога из Орджоникидзе до Турции. Держим скорость 110 километров. Круиз-контроль делает свою работу. Но это куда-то торопится. Давай мы тоже приток. Это был небольшой эксперимент. Я так не езжу. Вот здесь 114 километров. Это тоже там, недалеко от границы Турции. Насладились поездкой по этому бану. Не знаю, будет ли продолжение, но было приятно. А дальше начинается обычная горная серпантинная дорога. Лево, право, кольцевые съезды, проезды, развязки и так далее. Ограничение скорости. А теперь здесь куда нам интересно? Спросить-то не у кого. Вон все на ванне, туда едут, наверное, скорее всего, туда нам тоже. В ванне. Ну, давай, поехали в ванне.
Скажите, пожалуйста, на Турцию, правильно? Турция, Турция. Правильно, да? Хочешь яблоки, брат? Персики? Собачки. Собак очень много в Грузии. Как в Турции кошек, так здесь собак. Курсовая. Батуми. Сюда. До Батуми осталось 95 километров. Участок. Время 15 минут 12-го. Я засеку, на сколько времени это, когда закончится. 288 468 спидометра. Время 15 минут 12-го. Информирует, что через 500 метров закончится автобан. Недолго я радовался в этот раз. 288 479 километров. Лошадь тоже здесь хочет перейти дорогу. А вот на Батуми говорят, что надо вот так ехать. Давай так поедем. Это вот виноград. У каждого во дворе виноград. Это село какое-то. И вот двор полностью покрыт слева, справа виноградом. Забор из отходов производства Советского Союза. После того села поворот на кольце направо в сторону Батуми, 72 километра осталось. Я как-то не заснял этот момент. И вот идет, дорога ведет на Батуми. Thank you.
8498 километров. Протяженность автобана сейчас замерим. Направо, на Батуми налево. Тут раз Батуми, видите, налево. Мустанг и корова — это разные вещи, да? А мустанг — это лошадь. Мустанг — это лошадь, а корова — это скотина. Корова — это скотина. Пятый участок автобана. Вот грузинские деревни утопают в зелени. Они вот где. Полностью в зелени. Так вот зелень утопают грузинские деревни, дома. А вот вдали то же самое. Батуми Миракли. Возможно, что Батуми. Добро пожаловать в Батуми. Батуми Миракли. А тут тоннель очень шумный.
море. Черное море. Теперь вдоль берега до самой Турции будем ехать. Брат. Показывай теперь. Сдается квартира. Полицейский что здесь дорогу перекрыли? Не положено на месте дорогу, почему полицейский переходит? Вот смотри, какие. Строятся пансионаты. Природа, смотри, какая парка. До Сарпи 24 километра еще. До Сарпи, наверное, уже на границе. Сарпи, это и есть граница. Общественный транспорт.
людей катают туда. По-моему, не катаются, а не услуживают. Можно спросить? Thank you.
Армения, Украина стоит. Вот российский номер был. Армения, Украина что? Сарпи прямо. Ну хорошо, а то я думал, что мы заблудились. Все в стекле. Все в стекле. Все деньги все равно сбережешь.